разлагаются тише. Природа приходит в движение, и солнце значительно выше, и пиво заметно свежее. Становится мягче погода, масштабнее архитектура. Не пьют мужики по полгода. Закрытые двери, Эрнест презентует фиесту. Команда, в которую верим, выходит на первое место. Бандиты кучкуются в тире, реклама идет по культуре. Война растворяется в мире, а Таня, что нам? Едут парады с участием братских народов. И дьявол, одевшийся в Прадо, нигде не проходит в дресс-коды. Он понял, что он станет хорошим, увидев концерт Винокура. Уже конец света обложен, а Таня по-прежнему дура. Евгений Магулис, Ромайло. Спасибо большое. Настоящий негодяй сибирский.